Приветствую вас на своем канале Love Parfum, с вами Алексей. Сегодня я представляю свою новую рубрику «Таз, парфюм, таз на показ», либо «Парфюм, таз радует глаз». Встречайте! Вот такой вот у меня чудо-таз есть, это еще не все, он будет чуть-чуть пополняться. С чего начать, в общем? Я очень люблю коллекционировать вот эти штучки, миниатюры. До этого я никому про это вообще не рассказывал, это было в тайне. У меня секрет. Должны же быть какие-то секреты у парфюмерного блогера. Что-то оставить на потом обязательно нужно. Я даже не знаю, с чего начать. Тут так все вкусно пахнет. Тут столько просто всего, столько эмоций в одном тазе. Ну разве не радует ваш глаз этот таз? Вот и мой тоже радует. Я же просто вот не могу, не знаю, с чего начать. Ну, давайте что-нибудь посмотрим. Рассмотрим из моего тазика что-нибудь. В общем, я собираю миниатюры. Как я их собираю? Я их скупаю, но скупаю дешево, как доллары. Скупаю дешево, продаю втридорога. Поэтому, если кому-то что-то нужно, кто-то коллекционер прям конкретно, да, маньяк, там, парфюм-маньяк, по миниатюрам именно, пишите в комментариях. Если у меня эта миниатюрка есть, конечно, я продам ее только за большую цену. А покупаю, если у кого-то есть ненужные, просто лежат дома, куплю, ну, не так дорого, конечно. Благодаря этому я пополняю запас этой, можно сказать, такой авантюре, акции, как это можно назвать по-разному. Моя коллекция пополняется. Очень много я купил в последнее время ВКонтакте. Есть группа «Парфюм посиделки». Там очень много купил ароматов по 300 рублей, там бывает по 200 даже продают. Вот, поэтому по 500 слишком дорого для меня, я не беру. Я покупаю 200. 300, может быть, ну, короче, я покупаю от 1 рубля, от железного рубля, в общем, до максимум до 300, наверное, не дороже. Опять-таки, если у меня нет этой миниатюрки, а продаю, я думаю, очень, ну, за 1000 и выше. В общем, ну, давайте начнем. К чему же тут? Ну, давайте посмотрим. Джон Варватес. Вообще, я очень люблю марку Джон Варватес. Ищу аромат последний, новый, мужской, в кожаном переплете с замочками. Никто мне не может его нигде найти, никто не может дать. В общем, придется его покупать где-то, как-то мне, наверное, все-таки решиться на его покупку. Обожаю ароматы Джон Варватес, я считаю, что эта марка очень крутая. Внимание к мельчайшим деталям. Ну, мы так возвращаемся в дизайн флакона, у нас возвращает, наверное, в далекие парфюмерные года, тогда, когда только появлялись ароматы. И дизайн был, ну, примерно вот что-то таких бутылок. Вот такой, вот такая бутылочка у него. Женский аромат. Открывать, конечно, не рекомендуется, потому что открывая, я их порчу. Но не будет аромата, будет бутылка. В любом случае, будет круто. Напоминает он какой-то лимонадик, когда его открываешь. Но этот лимонадик потом превращается в сладкий, такой стойкий аромат. Причем он как-то пришелся многим не по душе. Вышел он в парфюмерной воде. Не знаю почему, но любителей мало этого парфюма, насколько я знаю. Он вообще как-то продавался одно время во всех магазинах, потом вообще сейчас с маркой мало кто работает. По-моему, Ривкош только работает. И, может быть, Золотое Яблоко. Раньше в Эльдобате, в Литуале продавали, сейчас не продаются нигде. Поэтому, ну, мне, конечно, мне нравится, не знаю, как вам. Я в восторге от аромата Серж Танц. Ой, Серж Танц, все собрал уже. Вижу, смотрю на Серж Танц, на свои миниатюрочки, и хочется мне прям к ним перейти. Но нет, к ним будет разговор, о них будет позже. Поэтому вот такая вот штука. Сладкий получился, не получился, а есть сладкий аромат. Получился, как будто я его сделал. Дальше мы переходим. Дикий Инвай. Дикий Инвай, Дона Кара, Нью-Йорк. Либо Дикий Инвай, как угодно можно называть. Яблоки. Коллекция яблок. Это именно яблоко мужское с ноткой рома. Очень красивый, кстати, аромат мужской. Вообще, он очень стойкий, шлейфовый, такой бодрящий. Я, кстати, похожих ароматов пока не встречал. Это уже классика, это яблоко, оно... Я даже не знаю, в каком оно году. Наверное, в 2000-х где-то выпуск его. Может быть, 5-й год, может, 4-й. Нужно посмотреть. К миниатюрам я как бы не готовился особо. Так, что знаю примерно, то и рассказываю. Потому что
Это нужно сколько информации мне перелопатить, чтобы рассказать вам каждую нотку, вообще кем был придуман, кто парфюмер, и вообще это надо про каждую миниатюрку тогда отдельное видео записывать. Но это очень, конечно же, долго будет. И рубрика совершенно тогда другая будет. А тут таз на показ! Или таз радует глаз, как я уже сказал. Вот, в общем, ну аромат, в принципе, крутой. Кто найдет еще яблоко? Ну, оно есть, но не во всех тоже магазинах продается, парфюмерных. Оно, кстати, многим мужчинам нравится. И его многие ищут и не могут найти. Поэтому советую яблоко вам послушать. Далее мы видим Moschino. Moschino у нас Love Love. Вот такой вот у нас получается утенок. Голубенький. Голубенький утенок. Сейчас мы его откроем, послушаем. Так, это у нас Love Love, да. Love Love — это очень такой свежий аромат. Очень. Он напоминает чем-то Dolce & Gabbana Light Blue. Женский это аромат, кстати. Вот. Ну что про него? Ну, свежесть, свежесть. У Moschino такие в основном всегда цитрусовые свежие ароматы. И как-то многие люди считают, что это прям детские ароматы. Говорят, что это за детские ароматы? Но, как бы, я не знаю, я считаю, что это аромат для всех абсолютно. Кто любит свежие ароматы, пробуйте, покупайте. Сладко-свежий получился аромат. Опять говорю, получился. Не знаю, мне нравится, по крайней мере, на лето, в знойную жару, самое то. Кстати, вот эта вот штучка, голова аромата, на всех флаконах крышка, она выполнена вот так, с головой именно. Кто видел мультик «Марек Папай» в далеких 90-х, в начале 2000-х показывали по телевизору, у Марека Папая была жена, не помню сейчас, как ее зовут, не буду врать, и образ именно этих флаконов был сделан с нее. Это капитан Блайт, он может нас поженить. У вас есть кольцо? Кольцо сейчас, сейчас. Пожалуйста, капитан. О, Папай! Превосходно. Тогда мы можем... Так, ну что, четвертый аромат. Сколько ароматов разбирать? Давайте, как сделаем? Напишите мне в комментариях, сколько вы хотите, чтобы я ароматов рассказал из этого тазика. Ну, в том плане, как рассказал. Вот три аромата я сейчас рассказал, сейчас я сделаю 5 ароматов мы разберем. А в дальнейшем вы уже напишите в комментариях, сколько вы хотите видеть ароматов. 10, 15, 20, просто это же затягиваться будет, это можно потратить час-два на это рассказы, да? Поэтому сколько оптимально самый вариант? 3, 3, 5, 5, 10, 10 буду рассказывать. Давайте сейчас начнем с 5. Эта рубрика будет еженедельная, я постараюсь каждую неделю, помимо обычного обзора, помимо конкурсного обзора, делать еще и парфюмерный таз на показ. Потому что постепенно я еще что-то покупаю, у меня добавляется. Может, кто-то мне просто хочет подарить, прислать, я очень буду рад вам прям безумно. Если, может, у кого-то валяются миниатюры, просто они не нужны вам, присылайте мне, оплачу я посылку вам, да, как бы заплачу, деньги вам переведу за оплату посылки. Ну, а за миниатюру, если мне подарите, я просто буду очень в восторге, рад, и это будет еще рассказ. В общем, эта рубрика будет продолжаться, пока не кончится мне миниатюра. Давайте посмотрим, что у нас тут. Это женский аромат Angel Muse. Про него уже у меня есть обзор. Кто еще не видел, обязательно посмотрите обзор. Получился такой теплый шоколадный аромат. Шоколадной пастой с орехом. Очень красивый тоже, женский, очень стойкий. В принципе, как говорит парфюмер, что он хотел воссоздать аромат первого Энджела, но на более современный лад. В принципе, это у него получилось. Ну и пятый, давайте закончим. Какой же вы хотите, посмотрите. Наверное, давайте закончим. Чем же мне закончить? У меня глаза разбегаются. Этот парфюм таз радует мой глаз. Я просто вообще не знаю. Давайте закончим Серж и танцем. Потому что на днях я получил комментарий. Алексей, запишите, пожалуйста, видео на берлинскую деву. Вот она, берлинская. Смотрите, какого цвета жидкость. Красивая. Откроем сейчас ее. Ох ты, она не открывается. Миниатюрочка. Эх, что-то не открывается она. Не хочет.
О, все. Открыли. Берлинская дева. Очень такой простой, на мой взгляд, аромат. У Сержио Танца более есть красивые работы, более интересные, более затягивающие, более глубокие. Эта работа мне показалась простой на самом деле. Эта работа нас переносит в какие-то военные действия, в военное время, в послевоенное время, когда девушки ходили в юбках вот такого цвета, примерно, Германия. Какие-то, в общем, послевоенные те года. Перец, роза очень, очень слышны в этом аромате. И в то же время он какой-то такой легкий. Ну, честно сказать, вот из 10 оценку ему дать, наверное, 6-5 он где-то заслуживает. Но не десятку. Даже немножко холодноватый. Но все равно красивая композиция, красивое звучание и красивая миниатюра. Так, мы с вами рассмотрели 5 миниатюр. Джон Варватес, Дикий Инвай, Маскино, Тьер Мюглер, сейчас Мюглер просто, и Серж Лютанс. Поэтому жду ваши комментарии. Пишите, ставьте лайки. Всем отвечу. Не забудьте подписываться на мой инстаграм. Там всегда я выкладываю какие-нибудь новые видеоролики к ароматам. Также я фотографирую сам аромат и сам фотографируюсь. Люблю очень фотографию. В общем, такие дела. Добавляйтесь также в ВКонтакт. Помните, что аромат — это путешествие во времени.